Главное предложение дня только сегодня в рубрике «Мода» по сниженной цене. После первого часа цена упала аж на 750 рублей. Поэтому сегодня без каких-либо шуток цены у нас с вами совершенно новые. Данное предложение – это одно из самых актуальных продуктов, которые городская модница будет носить в этом сезоне. Ветровка защищает от ветра и, конечно же, от влаги, что мы сегодня с вами докажем. Красивый, элегантный, абстрактный рисунок в сочетании с акварельным именно красками придает образу изысканности. Правильное распределение принтов, зони, карманов и воротника обеспечивает нам с вами еще и стройняющий эффект. Конечно же, данный продукт является как подсказка, придающая образу понимание, с какими же цветами мы будем ее сочетать. 6 цветов на выбор, красивый капюшон, кулиски, которые у нас с вами здесь также соединены с клапаном. Ну и, конечно же, вот у нас самый процесс намокания воды. Вода просто каплями собирается на поверхности, а значит, даже мелкий дождик не будет вас опомрачать. Вы, наоборот, улыбнетесь, посмотрите на небо, накиньте капюшон и пойдете с улыбкой дальше. Ваша весна будет только счастливой. Ну и, конечно же, данное предложение у нас выполнено в сдвоенной размерной линейке. Размер соответствует первому в паре, поэтому выбираем сегодня с вами изделия либо пара соответствующая, либо на размерчик больше. Ну и, конечно же, еще одно преимущество – поддерживаем российского производителя и выбираем для себя изделия от русского бренда. Красивый серый цвет, такой серо-голубой, на подиуме вам демонстрирует Анна. Он в заказе будет называться мятным. Ксения вам на подиуме демонстрировала пудровый оттенок. А рядом со мной сейчас висит самый яркий оттенок – это вот такой канареечный желтый цвет или цвет дижонской горчицы. Кстати, подкладка внутри данной куртки еще и выполнена с принтом газетной формы, что тоже является очень актуальным. Как говорится, с внешней и внутренней стороны вы сама себе дизайнер. Тот самый пудровый цвет розовый, который вам демонстрирует Ксения на подиуме. Мятный цвет вам показывала на подиуме сейчас Анна. У меня есть еще вот такой вкусный светлый бежевый цвет. Ну и смотрите, черный цвет. Часто все говорят, такой мрачный, а здесь за счет акварели он смотрится очень ярко. Я бы даже иногда бы советовал вам как капюшон вот так нарочито выворачивать, чтобы больше придавать образу яркости. Кстати, черный оттенок тоже оснащен цветным подкладом. 2999 рублей. Напомню, цена в первом часе была 3749 рублей. Снижение на 750 рублей. Поэтому в данном случае сегодня у нас с вами в честь праздника веселья мы с вами и действительно с ценами веселимся. Давайте посмотрим, насколько же это модно. На подиумах, мировых подиумах вы часто видите такие акварельные принты. Но сколько эти вещи стоят? Конечно же, безусловно, больших денег. А в данном случае эти бренды все уже отсутствуют в нашей стране, поэтому многие просто не могут их даже себе позволить. А нам и не надо. Мы выберем свое, российское, отечественное, со своими интересными принтами, которые ненавязчиво распределяются и делают правильные акценты. Данное предложение у нас с вами идет в сдвоенной размерной линейке от 48 до 60. 60-го. Парный размер соответствует первому в паре. А это значит, если вы, к примеру, 48, то ваш размер 48-50. Если хотите чуточку посвободнее, берете 50-52. Тем самым он будет соответствовать, точнее, 50-му. Давайте на примерах. Вот Ксения у нас с вами, обладательница 50-го размера. Для нее подойдет ветровка 50-52. К сожалению, этот размер у нас физически сейчас в наличии нет, поэтому Ксения примеряет для себя 52-54. То есть, соответственно, 52-му. То есть, по факту, она взяла чуть на размер больше от себя. Анна демонстрирует собственный размер 52-54. То есть, он соответствует ее 52-му. Если Анне захочется, чтобы он был чуть свободнее, она возьмет предложение 54-56. Теперь давайте с вами померяем изделие, чтобы еще больше понимать, сколько же он у нас с вами в сантиметрах. Померяем сначала с вами капюшон. Капюшон у нас с вами имеет кантик, что позволяет прикрывать зону лица, а с помощью кулиски можно затянуть и полностью защитить укладку. Высота нашего капюшона составляет 46 сантиметров, а вот глубина его от лица до затылка будет где-то в среднем 28 сантиметров. Зона плеча чуть-чуть укорочена. По ГОСТу положено 12, здесь минус 1 сантиметр, 11. То есть, если острое плечо, то берите, как по примеру я сказал Анны, то чуть посвободнее.
Что касается подмышечной промежности, здесь идет 60, а полуобхват предплечья у нас с вами у материала ровно 20 сантиметров, что положено по ГОСТу. Если у вас предплечье чуть объемнее, то тоже выбирайте посвободнее. Это размер я меряю для вас 52-54, по факту чистый 52 размер. По груди 58 сантиметров полуобхват, то есть у нас с вами здесь 116 сантиметров, то есть мы с вами как раз-таки ему соответствует. В талии должно быть 84, здесь талия расширена, то есть она здесь не прилегающая. По бедрам в 52-м должно быть где-то 114-116. Здесь у нас получается с вами 59 сантиметров, то мы с вами получаем 118 сантиметров. Вот вам, пожалуйста, еще раз уточню. То есть если вы 52-го размера, стабильный вес, вы берете 52-54, он соответствует 52-му. Если все-таки ваш размер 52-й иногда гуляет до 54-го, тогда перепрыгиваем через пару и берем для себя 54-56. Тем самым будет, соответственно, у нас с вами 54-му размеру. Пудровый оттенок мы с вами сегодня можем выбрать для себя. Голубой оттенок или мятный в заказе. Также мы с вами можем сегодня выбирать для себя желтый цвет. Он, кстати, с подкладом принтованным. Черный тоже с подкладом принтованный. Серый, бежевый в заказе у нас с вами тоже это выполнено с однотонной подкладкой. Данное предложение имеет еще и хорошую длину, закрывает как раз-таки зону острой части бедра, зону ягодиц, поясницы, что очень важно как раз-таки для ветровки. Обратите внимание, задняя спинка слегка удлинена. То есть, садясь на прохладное сиденье в транспорте, в общественном или в собственный автомобиль, вам будет комфортно. Ирина Романчук у нас с вами из города Ногинска оставляет для нас комментарий. Давно искала такую куртку, модную, яркую, которая отлично садится на мой 56 размер. Вот вам, пожалуйста, яркое, интересное. То есть городские дамы, красавицы, модницы будут в таких ветровках щеголять как раз-таки на работу, на путешествия, на прогулки, на различные мероприятия. У нас с вами апрель быстро пролетит, мы, как говорится, просмеемся его. И вот он уже май, самый рассвет весны. Сирень, запахи цветов, птички поют, солнышко греет, праздники. 9 мая у нас с вами, да, будет. Также, конечно, первомайские праздники, шашлыки, долгие опять же, выходные и каникулы, мы с вами будем выбирать для себя. Напомню, данное изделие выполнено в цветовой гамме акварели, что является подсказкой, какие цвета к нему присоединять. Плюс у нас рельефная выточка, то есть наша ветровка сидит все-таки с фактурой по груди. Хорошая длина, кулиски снизу для фиксации, кулиска на капюшоне и сдвоенный размер. И сделано в России. И цена только сегодня снижена с первого часа на 750 рублей. Цена 2999 рублей. Бесплатная доставка на все, включая главное предложение дня.